Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке. На моем канале я вам показываю сумочки и всякие разные аксессуары. И я раньше не делала вам обзоров на сумочки с сайта Coach Outlet, которые вы заказывали, я вам отправляла. Теперь я решила, что я буду это делать. И сегодня у нас с вами не серьезная линейка, ну так получилось, от Coach Outlet. И показать я вам хочу вещички, которые пришли вот для девочек, может кому-то это понравится, и вы тоже захотите это заказать. Первый наборчик, это идет вот такая сумочка из розовой кожи, вот с таким вот принтом в цветочек. Это шопер. Стоимость у этого шопера была что-то порядка $75, хотя на ценнике он там 299. Но это вот аутлеты, они цену здесь пишут одну, а продают всегда со скидками. Так, шопер без ножек. Это кожа, которая обработанная воском. Это шопер из линии Coach New York. То есть это вот такая вот у него здесь блямпочка. И к нему вот в наборе вот такой вот малышок кошелек. Вот такой вот он. Приятненький. Вот здесь тоже видно, что Coach New York. А, кстати, на этой... Не стала даже ручки распаковывать, но они вот такого цвета беленького, в принципе, видно. И здесь вот, когда Coach New York, то идет просто тиснение, написано Coach New York, вот на этом лейбле. Эта сумочка, она идет на замочке, замочек довольно-таки мягкий внутри. Внутри у нее просто отдел под замком, здесь есть... Ну, от Coach вот этот идентификатор. И с этой стороны у этой сумочки два кармашка под телефоны и под мелочи. И точно с таким же значком Coach New York идет вот этот малышочек, кошелечек. Он имеет с одной стороны вот такую вот монетницу. Вот она такая довольно-таки тут удобненькая здесь. О, кстати, кто получает от Coach Outlet, я не вынимаю вот эти штучки, это они потом звенят в магазинах. Мне девочки говорят, Ирина, я звенела. Ищите. Они где-то у вас там, и они звенят в магазинах. И вот здесь вот он внутри вот такой. Вот здесь уже у него внутри кожа гладкая. Прям такая приятная на ощупь. Вот это вот она неубиваемая кожа, потому что она обработанная силиконом. А вот здесь у них гладенькая кожа. И вот так вот купюрки здесь вставляться будут прям... за милую душу, потому что здесь довольно-таки много. Купюры приблизительно в половину будут уменьшаться, то есть довольно-таки объемный вот этот отдел. И для карточек вот, вот и вот. Ну, всего по одной штучке. Вот, к этому набору, вернее, этот же набор, который заказала эта девочка, она же заказала зонтик. Кошелечек, кстати, был порядка $40. Зонтик. Зонтик $27. Я улыбаюсь, потому что там были еще зонтики-малышочки. И мне одна девочка, которая получила, от нее такое было приятное послание. Я вам хочу его вставить сейчас. Кстати, вот прям сейчас вставлю и прочту, что она мне там написала. Ирина, получила посылку. Сижу как ненормальная. Достану, положу. И так бесконечно. Поглажу и снова достану. Переложила все свое добро в новые вещи. Это кайф. И для паспорта обложка, и косметичка, и кошелек. Про часы вообще молчу. А зонт вообще игрушка какая-то. Такой малюсенький, а когда открывается, он полноценный. Вечер кайфа и чудес. Спасибо. Ну и там она имела в виду маленький зонтик, они точно такие же. А вот это вот крупненький зонтик. Кстати, опять с этой пищалкой магазинной. Вот там тона у него розовые были, коричневые и черные были тона. Вот такой вот приятный зонтик. 27, по-моему, он стоил на сайте Coach Outlet. То есть он не полностью автомат. Открывается, закрывается, но нужно его... Ручечка у него здесь есть, петелечка. Вот такой вот. Это вот одна коллекция. И вторая сумочка. Вторая сумочка из серии Disney.
Классная-классная сумка. Стоимость у нее здесь там какая-то 395, а мы ее купили за 120. Это один в один сумка, как моя синяя в цветочек. Сейчас я вам ее тоже покажу еще раз. У этой сумочки внутри полностью кожа. То есть у нее кожа с этой стороны, но вот здесь такой пыльный розы оттенок кожи. Она можно вынуть, я надеюсь, хозяйка нас не заругает. И вот такой вот у нее принт Диснея. Точно такой же замочек, как у моей сумочки. И она полностью кожаная подкладка у нее внутри. То есть кожа здесь и кожа здесь везде. То есть у нее здесь вот такой вот кошелечек уже прикрепленный. То есть вы сюда можно денежки положить и какие-то необходимые документы. Здесь у нее, естественно, идет пыльничек. Кстати, не все сумки приходят с пыльниками. Вот та сумочка была без пыльника. Ну, видимо, тоже от категории зависит. А, я понимаю, потому что это серия Coach 1941. Которые сумочки с серии Coach 1941. Вот здесь, кстати, тиснение есть Disney еще. Они с каретками идут, 1941. Вот они приходят с пыльниками даже с сайта Outlet'а. А вот те сумочки, они приходят без пыльников. И кожа у нее полностью везде внутри. У нее вот этот вот идентификатор, он вот с этой стороны, но он не как карман. Здесь просто два отдела. Один отдел здесь и один отдел здесь. Полностью очень приятной кожи. Вот здесь что-то диснеевское написано, честно говоря, не читала. Ну вот такая вот штучка здесь есть. Эта сумочка, я вам еще раз сказала, $120. Но вот они открывают, закрывают, приблизительно плюс-минус у них там проценты на сайте Coach Outlet. Это всегда у них случается. Вот эта сумка, она идет вот на таком вот тоненьком ремешочке. Ремешочек регулируется, вот его здесь видно, как он регулируется, здесь отверстие есть. Он цепляется на карабинчики, и эта сумка превращается в клатч, у которого вот эти вот штучки, они выполнены вот в такой вот никелевой фурнитуре. Они закладываются для того, чтобы они вам не мешались, и тогда их здесь не видно. Как только вы захотели ей прикрепить этот ремешочек, вы их вот так вот откладываете. И вот эта вот сумка на сайте, вот мы ее заказали, и есть точно так же, похожая очень на мою сумочку. Но они там, по-моему, 50% по цене. Вот моя по размерам точно такая же. Точно так же у нее вся кожа внутри, только у нее кожа такая бордо. Кармашек с этой стороны. Это тоже линия Coach New York. Я ее показывала несколько раз. Точно такой же у нее замочек вот здесь, вот у моей сумки. А что там у нас внутри-то? Это помадка осталась с прошлого раза. Что-то кому-то покупала, кстати, Коуч вот свои чеки кладет вот в такие конвертики. Здесь вот видно цвет бордо у этой сумки. Я почему вам ее показываю? Потому что она на сайте есть в похожем цвете. Что-то она там тоже 50%, 397. Я эту тоже на распродаже 50% покупала сумочку. Я ее, обзор на нее есть. И единственное отличие, что у той сумочки ремешок, а моя сумочка шла вот с такой вот приятной цепочкой. Вот с такой вот классной цепочкой, тоже на карабинчиках. И вот у моей, кстати, не закладываются. А, нет, закладываются. Вот. Даже не знала, что в моей сумке вот эти штучки закладываются. Но я-то свою сумку ношу, их сейчас нет, этих ремней. Я ношу вот с этим ремнем, который я потом купила, он стоил 150, оригинальная цена. Мы тоже там несколько тогда ремней купили со скидкой 50%. У меня даже вот так, в принципе, незаметно, но мне так, настолько этот ремень нравится, что вот он с этими цветочками. Не знаю, зачем я вам рекламирую, потому что его нет сейчас в наличии. Но там подобные есть ремни. Он даже вот здесь вот джинсовый, вот это вот джинса, это не кожа. То есть он как бы под другую. Но у него сочетается цвет вот этот синий. И цветочки на ремне тоже, в общем-то, сочетаются с цветочками на моей сумке. Хотя, вот не видно на первый взгляд. И я этого не замечаю, когда этим пользуюсь. Но есть очень одна интересная черта.
У меня идет фурнитура никель везде. Цепочка никель. А ремень был в желтой фурнитуре оружейной. Вот такой вот. Но мне это совершенно не мешает ее носить. Вот. Но вот такую сумочку там подобного можно на сайте посмотреть. Ну, вот такой вот обзорчик буду вам делать. Обзорчики с сайта Coach Outlet. Может, кому-то что-то понравилось из этих сумочек или подобную такую захотите показать. Вот. Всем пока-пока. Всем хорошего настроения. И я решила вам прикрепить эту сумочку, про которую я говорила. Вот она, ее стоимость 312, по-моему, долларов со скидкой 55%. Рядышком сумка за 200 с чем-то там, за 202. Да, за 202. Ну, в общем, вот такие всякие интересные сумочки, вот такие цветочки у нее, цепочечка, прям как у сумок из бутика.